Здравствуйте, дорогие телезрители телеканала «Союз». В эфире программа «Беседа с батюшкой». С вами сегодня ведущий Сергей Новиков. А в гостях у нас руководитель отдела социального служения Екатеринбургской епархии и православной службы милосердия, настоятель Успенского собора в Екатеринбурге, протоиерей Евгений Попиченко. Здравствуйте, дорогой отец Евгений. Благословите наших телезрителей. Здравствуйте, Сергей. Пусть Бог всех нас благословит, дорогие наши телезрители. Очень-очень соскучился. Давно в этой аудитории мы с вами не общались. Ну как, дай Бог доброго здоровья Тимофею, чтобы он, в общем, креп и физически, и душевно. Ну вот, сегодня мы впервые с Сергеем беседуем. Отец Евгений, завершается календарный год. Вместе с тем завершается и рождественский пост. И приближается праздник Рождества Христова. Батюшка, как понять, хорошо ты потрудился по итогам этого года, по итогам поста, или, может быть, недостаточно? Ну, чтобы что-то понять, нужно, во-первых, об этом призадуматься, а во-вторых, сверить, ну, с какой-то системой координат. Что Господь от нас ожидает? Что было бы Ему приятно от нас видеть, слышать, что вообще Господь ждет. Но ждет, чтобы в нас, как сказал апостол Павел, были те же чувствования, что и во Христе Иисусе. Ждет, чтобы в нас отпечатлелся нрав Христов. Ждет, чтобы научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим. То есть чем мы в течение года и последний его этап – это рождественский пост, такой последний аккорд уходящего года. Чем мы смогли приблизиться ко Христу и запечатлеть в себе Его Христовы свойства? Но и всегда это можно проверить в своих отношениях с ближними, потому что ближние – это самое наше замечательное искушение, ну или испытание. Стали ли мы более терпеливы, внимательны, кротки, незлобивы? Стали ли мы меньше болтать о пустом и больше как-то вдумываться, вглядываться в состояние своей души? Стали мы меньше осуждать? Ведь нрав Христов, он именно в этом, что когда человек перестает замечать сучок в глазе ближнего своего, а сосредоточен больше на своих бревнышках, это признак того, что он уподобляется Христу. Ну вот примерно таким образом. Для этого мы каждый день читаем Евангелие, кратенько, какой-то из отрывок или главу, чтобы, вглядевшись в эту историю очередную, которую Господь нам предлагает, себя с этим сравнить. Для этого каждую неделю, в воскресенье, Церковь дает, ну, определенный тон. И мы всю неделю живем, пережевывая, питаясь этим евангельским словом, которое услышали в воскресный день, и себя с этим сверяем. Ну, в общем, внимательная жизнь, она предполагает воспитание определенных навыков. Батюшка, вот говорят, что планировать что-то значит насмешить Бога, но планировать свою жизнь и ставить перед собой цели все же важно. А почему это так важно? Я бы даже еще сказал, ну пусть простят меня православные зрители, что иногда очень полезно мечтать. Ну так мы это уйдем от аскетики, от того, что мечтательность – это, конечно, сфера, ну, падших духов, воображения, мечтания, в общем, развивания своего такого жизни в виртуальном сознании. Но уж позвольте мне это слово использовать, ставить цели таким образом. Говорят под Новый год, что не пожелается, все всегда произойдет, все всегда сбывается. И для христианина очень, ну вообще для любого человека очень важно, ну, свою жизнь как-то измерять, подводить итоги, подводить результаты. У меня уже несколько лет есть такая практика, ну и где-то из светской системы координат эту взял историю,
составлять, ну, там, 100 целей на год. Вообще дарю. Очень замечательная привычка. Пусть это будут цели, пусть это будут мечты, потому что важно, ну, как бы вопрос туда задать. На самом деле Богу очень важно, когда его просит, ему это приятно. Но так же, как мне, как отцу, приятно, когда мои дети меня о чем-то просят. Даже если просят денег, мне все равно это приятно, потому что я ощущаю свою важность, нужность, покровительство, ощущаю заботу. Бывает неприятно, когда, например, дети звонят и говорят: «Папа, а мама рядом? Ну, типа, дай ей трубку». Это бывает не очень приятно. Но когда просят, это не свидетельствует о том, что я для них нужен и важен. И то же самое, если мы у Бога что-то просим, мы ему говорим: «Господи, я здесь не вывожу, не справляюсь, помоги». И вот эти цели – это тоже своего рода просьбы к Богу. И вот закрывая ушедший год, 23-й, я достал свои записи в начале, ну, в конце 22-го года. На 100 целей не хватило, хватило на 73. Ну, причем, когда вот люди слышат, что такое количество жизненных целей, так ой, как. И это правда сложно сесть и вот написать, чего ты хочешь. Ну, так, ну, целей на 10 мы себя можем как-то понудить, наковырять. Но так, чтобы 100 целей написать, здесь нужно потрудиться, здесь прям нужно, правда, помечтать. А как бы я была царицей, вот что бы я бы мог себе позволить? И цели, они разных планов. Духовной жизни, что бы я хотел в духовной жизни? Ну, конечно, самые важные цели, они связаны с молитвой, с духовным чтением, с воспитанием в себе определенных духовных привычек. И можно просто это, ну, записать. Я хочу научиться терпению. И будьте уверены, Бог будет вас тренировать в течение этого года, ну там или какого-то времени. Цели касаются плана нашей души. Что бы я хотел для душевного развития? Посетить какие-то места исторические, посетить какие-то, ну, любимые спектакли, там, музыкальные композиции. Цели касаются моего физического состояния, здоровья, посмотреть, что в течение года хорошо было бы проверить, настроить. Потом дальше идем цели касательно моей семьи, моей супруги, моих детей, их развития, их здоровья, их интересов. Посидеть и сформулировать. Причем, это я уже сейчас вот заметил, когда я цели проверил, что Богу надо очень точно сформулировать. Ну, например, формулировать, попробовать помолиться о рождении ребенка в семье у детей, я посмотрел, и я понял, что эту цель выполнил, потому что я попробовал помолиться. Ну, ребенок, он не родился, ну, потому что время еще не пришло, но как ты обозначил, так ты исполняешь. Поэтому более конкретно, чтобы родился, хоть это от нас, конечно, зависит косвенно, но кто знает, так сформулированная цель, может быть, сработает. Ну и дальше цели касательно моей работы, службы милосердия, собора Успения Пресвятой Богородицы, моих духовных чад. И вы знаете, я посмотрел цели и так крыжу, и у меня 54 из 73 цели закрыты. Разные совершенно, и большие, и маленькие. Но это настолько удивительно, что ты себе вот это рисовал, думал, ну, как-то, может быть, оно случится. А оно раз и случилось. Поэтому обязательно подумайте, во-первых, как прожили 23-й год. И всегда очень важно подвести итоги. Тоже дарю такую находку. Можно, например, посмотреть свою ленту в телефоне, ну, целый год. Мы же что-то фотографируем, что-то сохраняем. И потом просто в отдельную папочку сбросить самые интересные моменты жизни, встречи, люди, поездки, места, события. И из них сделать небольшой, там, на 5 минут под какую-нибудь симпатичную музыку, небольшой фильм. И это всегда приятно. А потом через 10-20 лет ты где-то найдешь эту запись и вспомнишь, как был прожит, ну, вот этот непростой 2023 год. Можно из этого сделать фотоальбом.
И оказывается, что очень многие события, они вызывают благодарность. Потому что важно Богу сказать слова благодарности. Во-первых. А во-вторых, правда, сказать Богу о своих планах и всегда добавить, если это будет тебе угодно. Батюшка, ну мне кажется, тут нужно быть осторожным, потому что вот напишешь там 100 целей, как Бог начнет тебя тренировать в течение года, ты не понесешь. Ой, надо аккуратно, особенно вот духовные цели, прям очень подумать, потому что я это уже неоднократно проходил. Ну и мы же знаем из преподобного Дорофея, что если ты просишь у Бога смирения, то будь уверен, Он пошлет тебе человека, который будет тебя смирять. Так что да. Прежде, как это 7 раз отмерь, 1 раз напиши. Отец Евгений, скажите, а вот можно ли так сказать, что в России укореняется такая новая традиция отмечать новолетие, Новый год гражданский в храме? Или об этом еще пока рано говорить? В нашем приходе эта традиция уже много лет. Но и правда, хоть Новый год и теплый семейный праздник, и мы как-то к этому привыкли, то все равно хорошо собраться всей семьей за праздничным столом, поговорить, рассказать о том, как все у нас прошло за год. Но многие семьи, они смотрят в одну сторону, в сторону Христа, и им совершенно естественным образом можно прийти в храм на встречу Нового года. Тут ведь тоже как встретишь, так и проведешь. Потом есть люди одинокие, у которых, ну, или дети уже выросли, ну, или как-то что-то не сложилось. И для них приходская семья – это тоже замечательное место встречи Нового года. А в этом году нам церковь просто протягивает руку помощи, потому что 31 декабря – это воскресный день. И хоть нам с самого раннего детства рассказывают, что некоторые товарищи в этот день идут в баню. Но для многих-многих христиан это день, когда мы идем в храм. Воскресный день, день Господу Богу твоему. И совершенно замечательно, последний день уходящего года, день памяти Семена Верхотурского, встретить в храме. Ну, а дальше, у кого хватит сил на ночную службу, именно с 31 на 1, очень замечательно. Ну, а если человек останется дома встречать с родными, тоже никто этого его не осудит. А у нас в семье в этом году тоже такая новая история. Детки выросли, и у них уже свои семьи. Мы такие, ну что, собираемся на Новый год к нам? И они такие... А мы будем встречать своей семьей. А мы будем встречать своей семьей. И мы такие, да, вот это да. Ну, в общем, будем с нашими девчатами, которые еще живут с нами, в общем, этот праздник как-то организовывать. Ну, наверное, даже если не получается в новогоднюю ночь прийти на богослужение, а праздников-то потом сколько, сколько выходных. То есть, наверное, все равно вот важно призвать наших зрителей к тому, чтобы они... нашли время, чтобы поблагодарить Бога, да, за тот год, который прошел, ну и, наверное, спросить благословений на год грядущий. Ну и это же последняя неделя рождественского поста. Конечно, новогоднее застолье, оно в каком-то смысле, ну, искушение. Потому что все равно люди привыкли готовить столы, как-то вот много чего там готовить. Но все-таки это самая строгая последняя неделя перед Рождеством, поэтому умеренно, сдержанно. Не растеряйте тот труд, который мы весь пост проводили ради, ну, какого-то чрезмерного пресыщения. Отец Евгений, предлагаю поговорить немножко о том, каким этот год был лично для вас. Мы знаем, что вы... в 23-м году отметили 50-летие со дня рождения и 28-летие своего священства. Очень важные даты, с которыми мы вас поздравляем. Спасибо, дорогие. Батюшка, такие значимые даты, о чем они говорят лично для вас? Ой. Ну, вообще, милостью Божией я доволен, как
прошел год. Потому что я думаю, что в жизни человека, ну, юбилей с большой буквы, он один. Это 50 лет. Все остальное там уже, ну, так, туда-сюда. Но вот прям для мужчины 50 лет – это время, ну, такой серьезной зрелости. Время, правда, подводить определенные итоги жизни. Конечно, вот с 40 до 50 начинается такое плато, то есть до 40 лет человек, ну, нарабатывает какой-то опыт, связи, взаимоотношения, навыки, а с 40 до 50 это, ну, такое вот наслаждение, что ли, ну, питание теми трудами, которые ты понес. А с 50 и дальше, ну, я так себе представляю, что это время уже, ну, такой духовной мудрости должно приходить. Время, когда человек начинает оценивать жизнь, ну, по какой-то высшей шкале. И, правда, год был удивительным, замечательным. Удалось поблагодарить родных, близких, друзей. Вот особенно дни, связанные непосредственно с рождением. То есть получилось собрать и сотрудников, и всю свою семью, и друзей. И как-то в разных мероприятиях мы порадовались вместе. То, что закрылись многие цели на этот год, такие и человеческие, и семейные, и душевные, это тоже хороший результат. Но мне еще была такая удивительная дата. Сейчас я про нее скажу. Много лет я все внимание своей души, ну, многое внимание, так скажем, своей души направлял на православную службу милосердия. Это вообще такой принцип, на что ты обращаешь силы души, то и растет, то и развивается. Что поливаешь, то и растет. Вот. И 20 с лишним лет моя воля, опыт, внимание был прямо целенаправлен. А потом в какой-то момент случилось, что в моей жизни появилась еще одна организация, которая незаметно росла, развивалась скромно, постепенно занимая часть моей души собой. И вот сейчас, в этом году мне исполнилось 10 лет настоятельства, то есть это тоже одна такая важная круглая дата, и вдруг я осознал и приусвоил себе, есть такое слово, это событие. У меня два равнозначных крыла, или две руки получается, потому что служба милосердия, но это больше сотни сотрудников, ну, точнее 109, и в соборе 107 сотрудников. Это определенные финансовые обязательства, это две некоммерческие организации. Я для себя это осознал, у меня больше 200 человек сотрудников, которым надо каждый месяц жалование находить. И, конечно, я благодарен Богу и всем друзьям, помощникам, которые поддерживают наши организации. Это очень дорого, ваше доверие. Но вот это осознание. Потом собор, он стал не менее мощной организацией, чем Православная служба милосердия по количеству проектов, по финансовым вложениям, наверное, даже больше, потому что там огромная задача – это восстановление, ну, вот этого удивительного, этого храма, который является памятником архитектуры. Это такое же количество проектов. Ну, допустим, одна школа чего значит. В этом году мы набрали уже 5-й класс. И, слава Богу, хорошие детки, хорошие родители, тоже это приносит радость. Мы, когда записывали рождественское поздравление, встали у елочки, ну, понятно, что мы чуть раньше это записываем. И такое щебетание за спиной, дети, они вышли гулять, и такие голоса, птички, они там шумят, что-то кричат. И это настолько приятно, вроде надо записывать в тишине,
но они галдят, и такой фон получается для рождественского поздравления. И, конечно, это великая милость Божия, что в жизни появился вот этот опыт настоятельства. Я хоть от него бегал, все время пытался уклониться, но, в общем, благословение митрополита Кирилла и волей Божией как-то это все случилось. Батюшка, на самом деле про десятилетие вашего настоятельства мы тоже не забыли. Это должен был быть мой следующий вопрос. А вот если говорить о настоятельстве, вот что можно сказать, что уже получилось с вопросами о восстановлении храма? И что еще нужно сделать? Настоятель – это тот, кто может настаивать на своих словах. Слава Богу, получилось создать атмосферу любви, мира и взаимного добра. Это невысокие слова, а это действительно так, что вот в центре Екатеринбурга есть такой, их много оазисов, но сейчас мы говорим про Успенский собор, есть такое место, где, например, не услышишь матерного слова или не услышишь запаха табачного дыма. И ты приходишь на территорию, и там, как в муравейнике, там все время какое-то движение. И мне один сотрудник поделился и говорит, как-то уставшая приехала на территорию собора, и вдруг вижу староста Олег Олегович, он такой, что-то там дает какие-то распоряжения, алтарник идет, облачение несет, там другая сотрудница. И вот эта взаимная какая-то приветливость, внимательность, это, конечно, требует огромных трудов, усилий, воспитания, ежедневных, еженедельных. У нас каждую неделю проходят оперативки, такая сонастройка. Например, в середине декабря у нас была социальная практика, к нам приезжали 15 священников из Екатеринбурга и области. И прямо ощущалось, что им не хотелось уходить. Им вот хотелось бы еще денек задержаться, потому что правда потому узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. И вот мне, как настоятелю, это очень дорого, что люди, они как-то слышат эти слова, они над собой работают. Конечно, они не ангелы, у них бывают и ошибки, и какие-то ссоры. Но вот сам вектор, как Антуан де Сент-Экзюпери сказал, что любовь может быть там, где смотрят не друг на друга, а где смотрят в одну сторону. И мне кажется, это самое дорогое, что удается передавать, чтобы мы смотрели в одну сторону, в сторону Господа нашего Иисуса Христа. Отец Евгений, о проектах службы милосердия, которую вы возглавляете, знают очень многие люди, многие помогают этой службе. Расскажите, пожалуйста, о некоторых проектах этой службы, которые реализуются, и о том, может быть, какие планы есть на грядущий год. Эти задачи, цели я уже отчасти успел сформулировать. Поскольку следующий год государством обозначается как год семьи, у нас при службе есть целое семейное направление, там порядка 5 проектов, связанных с семьей и помощью семье. И очень хочется эту работу усилить, как-то оформить, добавить. Например, одно из направлений, которое очень хочется, чтобы появилось, это школа приемных родителей. Как она будет, в каком виде, мы об этом еще думаем, потому что достаточно школ приемных родителей в городе, и они достаточно хорошо себя зарекомендовали, светские. И дублировать, конечно, это не наша задача. Но у нас есть замечательный опыт. Есть приемная семья, которая воспитывает 7 деток, сирот, приемных детей. И такой у них колоссальный опыт. Они потрясающие эксперты. Я, когда приезжаю к ним в гости, я смотрю, и вот эти детки, которые
вышли, ну, не то что из нулевого, из отрицательного уровня, там, ну, которые, по сути, где-то были при смерти даже, отношением к ним их когда-то родители брошены, запущены, они настолько, ну, дают фору даже семейным детям в жизни, устройстве, в отношении к учебе, в отношении друг к другу, к хозяйству. Например, один из воспитанников, он пару раз в неделю может самостоятельно оставаться, ну, в городе, они живут чуть за городом, делать уроки, готовить себе ужин, и не опаздывать в школу, не прогуливать занятия. Я смотрю и думаю, вот это да, как им... Ну, потому что то, что поливаешь, то и растет. Они все внимание своей души, ну, поскольку это их профессия, они профессиональные родители, получается, они за это получают зарплату и в службе, и от государства помощь. И видны результаты. У нас же как? У нас дети, они всегда такое по остаточному принципу. Нам кажется, что мы люди неплохие, и дети, они как бы само собой при нас вырастут неплохими. Ну так как бы по течению они вот так текут, смотрят на нас. Но это глубочайшее заблуждение, потому что воспитание – это целенаправленный, очень непростой, много требующих усилий педагогический процесс, воспитательный процесс. Нужно ставить цели, волевым усилием их достигать, прививать эти навыки. Тогда будет результат. А так по течению, ну, мы же знаем, что течение, оно всегда течет вниз. Но реки, они никогда не текут вверх. Они текут вниз и, в общем, дотекают до конца. Вот, поэтому тема семьи, она важна, и еще есть пара мыслей, направлений в эту сторону. Конечно, очень хочется, чтобы у нас появился плановый стратегический отдел. Потому что опыта много, проекты, они работают, но часто не работают в таком в оперативном режиме. То есть возникает проблема, мы начинаем ее решать. Но хорошо бы уже на определенном этапе, чтобы мы видели перспективу, видели цели, ставили задачи и к ним шли, чтобы было развитие, а не просто работа с ситуацией. И эту деятельность мы начали уже в этом году. Есть специалисты, есть прям план работы. И это важно. Важно, что внутри организации, мы вот тоже в декабре собирались, подводили итоги и проводили вот эту сессию планирования. И мы этот год назначаем год сотрудника. То есть все внимание на командообразование, на отношение к сотруднику, на отношения в разных проектах, на специальные усилия, чтобы сотрудники чувствовали себя хорошо. Конечно, очень важна тема добровольцев и тема поиска сотрудников в службу. Вот я тоже к Богу этот вопрос и просьбу задаю. Есть ряд позиций, в которых, ну, реально нужны помощники, профессионалы, которые бы пришли. И не просто на работу. Мы, когда вот эту сессию проводили, исполнительный директор Анастасия, она рассказывала о том, как она пришла в службу. То есть она какое-то время трудилась добровольцем, причем была управляющим филиала банка. То есть она была директором банка. И в перерывах между встречами она ездила к подопечной бабушке и, ну и, в общем, о ней заботилась. И это слушаю. Я говорю, где такие Насти-то сейчас находятся? Где люди, которые не просто для поработать, а которые ради Христа, ради любви, ради служения, ради человека готовы, ну вот на такой реально подвиг. В перерывах находить время, куда-то ехать и решать чужие задачи. И нужны именно такие сотрудники с живым сердцем и с готовностью послужить. Служба от работы, мы же знаем, чем отличается. За работу люди получают вознаграждение здесь. А служение, оно вознаграждается у Бога. Оно, конечно, здесь тоже вознаграждается и душевными качествами, и где-то материально, но это именно внутренний настрой, ради чего человек делает усилия.
Батюшка, может быть, нас сейчас смотрят такие зрители, которые готовы стать добровольцами службы милосердия. Подскажите, куда обратиться, как это сделать? Вход в службу всегда, ну, как бы два пути. Это сайт ekbmilosердие.ru. Можно его, наверное, на экране увидеть. И телефон 200-07-04. Код Екатеринбурга 343. Батюшка, спасибо. Отец Евгений, в 23-м году также добровольцы службы милосердия выезжали несколько раз в зону проведения специальной военной операции. Расскажите, пожалуйста, о том, как эта работа реализуется, и также вот и как можно помочь тем, кто сейчас нас смотрит и хотел бы это сделать. Представляете, я сегодня полночи не спал. Все сидел, потом лежал и думал, что так важно, чтобы при службе появилось, ну, отдельное направление. Сейчас у нас много разных ниточек, но они как бы не сплетены в общую веревочку. Там льют свечи и делают сети. Там организуются поездки. Там собирается гуманитарная помощь. Но вот пришло время и необходимость создать единый отдел, найти человека. Я прямо вот о нем сейчас молюсь и думаю, чтобы он захотел взять эту ответственность, чтобы все вот эти разные потоки увязать, ну, в одну сторону. А действительно, за прожитый период 88 сотрудников, добровольцев, 23 раза выезжали в прифронтовые территории, в госпиталя Белгорода, Ростова, Владикавказа, Донецка, Мариуполь по хозяйственным вопросам. И это прям такая была регулярная работа, и она до сих пор продолжается, потому что, на мой взгляд, это важнейшая помощь, потому что там везде дефицит человеческих рук, элементарно, которые способны, ну, какую-то санитарскую работу, самую-самую простую. И я благодарю Бога, что у нас получилось настроить вот эту деятельность, вот этот канал добровольческой помощи докторам и раненым бойцам, которые только вот с передовой поступают. За год мы собрали 25 тонн гуманитарной помощи и, ну, передали на прифронтовую территорию. Ну, вот хочется, чтобы... Ну, когда говорю «хочется», я хочу, чтобы слово с делом не расходилось. Это я, ну, такую себе ставлю и цель, и задачу. Этот отдел помощи и поддержки мирным жителям и нашим воинам в связи с СВО, чтобы он в этом году был создан. Вот. И я думаю, что все, кто захотят как-то помогать, поучаствовать, они будут как раз вот в этом направлении и встречаться, общаться, ну и все необходимое, что мы организуем и чем готовы помочь, тоже будем это делать. Телефон тот же, 200-07-04. Батюшка, наша программа подходит к концу. Я хотел бы попросить вас вот в преддверии праздника Рождества обратиться к нашим телезрителям, напутствовать их, как вот провести эти дни правильно, так, чтобы очень радостно встретить Рождество Христово. Я бы хотел пожелать в первую очередь, ну, как всем нам, как самому себе, чтобы мы всем умом, всем сердцем, всей жизнью своей возлюбили Господа нашего Иисуса Христа, чтобы мы жили так, как мы молимся, сами себя, друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим, чтобы у нас с Богом обязательно возникли личные отношения, чтобы когда Господь скажет: «Придите ко мне, благословенные, наследуйте», чтобы мы оказались среди этих избранных. Для этого наша жизнь, она должна быть сконцентрирована вниманием, сердечным чувством воли на личности Иисуса Христа.
он достоин того, чтобы его любили. Его можно любить. Он этого желает, и он любовь свою безгранично нам отдает. Нужно вглядываться в его лик. И в центре нашего домашнего иконостаса, конечно, должна быть икона Христа Спасителя. Мы должны вчитываться в страницы Евангелия, вмаливаться в его сладчайшее имя, чтобы не услышать слова, которые одни неразумные девы услышали, когда пришли стучаться в двери Царствия Небесного: «Отойдите от меня, я вас не знаю». Не дай Бог никому эти слова услышать. Время есть. Христос рождается, встречайте. Поспешим навстречу Ему всей своей любовью. Отдадим Ему свою жизнь в Его руки. И никогда об этом не пожалеем. Батюшка, спасибо вам за ответы на наши вопросы. Обязательно будем ждать вас снова. Слава Богу. Дорогие телезрители, наш эфир подошел к концу. С наступающим праздником Рождества Христова вас. Оставайтесь с телеканалом «Союз».